Утоли жажду, утоли, напои душу светом радника. Забери мои печали, заново родись. Все обиды мне прощая, обними, улыбнись. Где бы ни был, ты со мной, люби. Поврос. Да. Не желаете ли, так сказать, спуститься с Олимпа на грешную землю? Могу даже подать вам руку. Ну вот, успешно спустились. Ну, Игорь Игоревич, начнет. Повеяло прям в лучшем значении этой фамилии Аллы Борисовны Пугачевой. В лучших традициях. И песня сделана, и спета, и вообще сам номер. И очень приятно, что Ксения — это вот тот артист, который вот, ну, скажем, от конкурса к конкурсу вот он рос. И сейчас практически вот мы, ну, какой-то, ну, не, может быть, кульминация действительно произошла. Спасибо, это был очень хороший номер. Ну что ж, Костя Меладзе. Это... как раз тот замечательный случай, когда автор и исполнительница просто нашли друг друга и создали прямо вот, знаете, ну, прекрасную совершенно песню. Вот тут как раз разница явная, да, между тем, как, когда кричат, чтобы было просто громко, и когда кричат от переполняющих эмоций, от того, что просто тихо о таком спеть невозможно. И настолько в вашем голосе эмоций так много, такие они какие-то мощные. Ну, это был совершенно блестящий номер. И, конечно, Витя, конечно, мастер. То есть мастер просто. Вот. Спасибо. Спасибо, Костя. Спасибо. Максим Фадеев. Конечно, я с Игорем не совсем согласен, что
Пугачева. До Пугачева еще как бы далековато совсем. Вот. Прям совсем. Для меня вы переигрывали, но при этом блестяще пели. И вас спасла одна только вещь. Это его песня. Потому что что-то другое бы, мне кажется, не сработало. Но песня просто блестящая. И, как часто бывает, песня и делает артиста, и помогает ему. Вот это тот самый случай. Я всегда говорю, что с правильной песней любой человек может стать артистом и звездой. Надо иметь такую песню. Я стал, потому что песня – это великая. Я просто не поверил, что мой друг здесь написал это, сочинил. А самое главное, Сеня, потому что ты спела с таким чувством, с таким понятием. Вот это просто... У меня мурашки были. И ты выглядишь так хорошо, и просто красавица такая еще. Так понравилось. Не ожидал столько добрых слов в адрес и песни, и всего. Поэтому должен открыть все-таки какую-то завесу. В свое время я написал, и эту песню спела Ольга Сергеева, я считаю, великолепная певица. И я подумал, эту песню немногие могут спеть, потому что в ней очень много октав. Да, Григорий, вот вы бы могли тоже... Я бы точно не спел бы, это однозначно. Нет, вы как раз отличаетесь тем, что можете петь песни с многими октавами. И спасибо вам за это. Вот. Сейчас не об этом. Сейчас не об этом. И в свое время, если мы вспомним, моя бабушка курит трубку, и как я от нее прятался в кресле. У меня не было мелка, так бы я очертил круг вокруг себя. Вот. Но мне казалось, что она может большего. И я считаю, что на этом проекте это вот как раз один из тех сильных моментов, когда девушка, придя сюда вот такой, сейчас стоит на сцене вот такая, поет вот так. Рядом с ней вы. И мне кажется, это вот та красивая история Золушки, о которой мечтают все. Вот она потихонечку как-то срастается сама по себе. За счет ее стараний, за счет стараний нашей команды. И спасибо. Спасибо.